вот можно цвета менять. Нажатием кнопки. Там много-много кнопочек. Стандартные цвета. Это вот набор из просто вот, меняя. То есть постоянный может такой цвет быть. Сейчас еще другой цвет поставлю. Такой цвет могу поставить. Могу такой цвет. Там толпа цвет. Сейчас все цвета пройду, которые тут могу ставить. Вот. Вот. Вот такой вот. Они как те называются. Там кто-то молоко, кто-то не молоко, блин. Вот такая программка стоит. Прикольненько. Можно сделать ее побыстрее. Ну, естественно, будет раздражать в спальне дискотека. Это можно медленнее сделать. Вот она медленнее. Светится, потихонечку гаснет. Но это самое медленное. Уже я что-то сделал. Что у нас еще стоит? Вот такая штука есть. Противная такая, да, вот есть. Помедленнее. Ну, побыстрее. Ну, так, для тех, кто хочет быстрее зрение потерять. Ну, в конце концов, если пришли танцевать, то пожалуйста. Стробоскоп. Не знаю, мне этот больше понравился, тем, который просто переливается, который вначале поставил. Тоже можно помедленнее сделать, и будет вообще незаметно. Оп, это я еще контакт плохой сделал. Надо будет розетку. Вилку поменять на более совершенно покрепче. Вот эта скорость мне вообще нравится. То есть вообще незаметно переливание. Вроде что-то было, потом постепенно через какие-то похожие цвета переливается совсем в другой тон. Вообще не напрягает. Конечно, затуханием тоже прикольно было. Вот. Вот который затуханием. Переливание самое интересное. Ладно.